Здравствуйте, дорогие друзья, вы на канале Hardreset Info, с вами покажу, как на устройстве Motorola Moto G54 удалить данные браузера. Чтобы удалить весь кэш или же данные браузера, заходим в настройки, после чего в приложение. Так, нажимаем и здесь же выбираем свой браузер. Наш это Chrome, нажимаем и внизу мы видим хранилище кэш. Переходим сюда и делаем очистить кэш. Все, мы очистили кэш и данные этого браузера. Спасибо за просмотр, ставьте лайки, пользуйтесь и до свидания.